Платье, сарафаны, платье марки Манго, размер указан L, это, кстати, Англия, Dresses Fashion, крем называется на позиции, лоты по 10 килограмм. Далее, сарафан указан здесь на бирке 40-й размер, то есть примерно 46-го размера получается, в отличном состоянии. Далее, тоже вот 40-й размер, соответствует 46-му российскому размеру, пятен нет, все чисто, состояние отличное, без следов износа. 34-й здесь указан размер. Так, далее, сарафан летний, размер XL. Так, это у нас М-ка, то есть примерно 48 или 46 получается российский размер. А далее, что-то размер не указан, но, по-моему, М-ка, наверное, да, или L-ка все-таки. Так, здесь у нас следующее платье, размер 40-й европейский, М-ка, 100% хлопок, М-ка тоже где-то 46-й уж получится, российский размер. Так. В основном, по-моему, средние размеры, таких маленьких и очень больших пока не наблюдается. Тоже вот средний размер, похоже на 46-48. H&M на 13-14 лет летний сарафан. Здесь у нас указан 42-й европейский размер. На 48, конечно, не очень похоже. Так. Видите, это практически дырочка. Это еще, конечно, не дырка, но скоро появится дырка. Так, один минус, один недостаток нашли. Есть также юбки, кстати, в других лотах они тоже есть. Несколько юбок обязательно подкладывают. Так, двоечка указан размер. Здесь у нас марка КОС. Средний размер М-ка. Так, Тезенис. Тоже среднего размера. Здесь, к сожалению, размер не указан, но я думаю, что это S-ка, либо же XS. Что-то больно маленькое какое-то платьишко. Тут размер Т2. То есть, опять-таки, небольшой получается размер. Blue Motion L-ка 44-46. Это европейские размеры. Российский получается 50-52. Но это туника, по-моему, а не платье. Так, видите, вот тут тоже есть косячок, скажем, косяк. S-ка. Размер маленький. Так, тут... К сожалению, размер у нас не указан. Пуговицы все на месте. Хотя все равно разные пуговицы здесь. 40-го размера следующее платье. То есть примерно 46-й получается российский размер. Здесь у нас 16-18. То есть примерно 50-52 получается российские размеры. 36-й это H&M. Так, далее, размер, к сожалению, не указан, юбочка, 31L написано, еще одна джинсовая на этот раз юбка, Кальцедония, небольшого размера платья, по-моему, 44-46, если не ошибаюсь, L-ка, еще одна юбка, штук 5, наверное, юбок все-таки будет, так, здесь у нас M-ка, размер средний указан, но похоже на 44-46 примерно. Элька, тут еще одна юбка. Так, здесь у нас, к сожалению, бирки нет, сарафан. Но похоже на L или даже XL. Так, следующая юбка марки Orsay. 42-й указан европейский размер, соответствует 46-му российскому размеру. H&M, S-ка. Здесь размер маленький. Так, вторая джинсовая юбка 38-го на этот раз размера. Сарафан марки Манго. Элька. Ой. Оказывается, вот так. Там, оказывается, юбка. Я что-то не сразу сообразил. В общем, 38-го размера юбка марки H&M. Здесь у нас размер не указан, но небольшое платьишко. 40-й размер. Соответственно, 46.
Эска. H&M, по-моему. Да, H&M. Эска. Маленькое платье. Так, юбка марки Pimkie. Небольшая юбка. Напоминает у нас fashion dress с категории крем. Англия. Тут платье, сарафаны, несколько юбок. Туники тоже попадаются, да? Том Тейлор, Элька. Юбка еще одна. Лот небольшой, весит 10 килограмм. И последние вещи из этого лота. H&M 36 размера платьишко. И на этом все.